городу явно надоело уже спать. Просыпается все, асфальт мокрый от соли, оттепель небольшая продолжалась. Сейчас всего минус 12, но это последний более-менее теплый день. Опять грядут большие морозы, а мы на утренней пробежке, и это здорово. Сейчас бегу в своих старых кроссовках, клееных, как ты помнишь. Да, у них за год бега отклеилась или треснула материал верха. Ну, образовалась такая дырка туда, к утеплителю кроссовок. Соответственно, мембрана пропускает влагу через это дело. И уже по воде и по снежной каше с сухими ногами не побегаешь. Да, разрыв произошел там, где максимальная нагрузка. Когда мы бежим в этом месте, оно и рвется. Нельзя сказать, что это дефект. Это суждено этому быть. Вот. Ну а зашел на форум. Вот пока он еще был последние дни. Там народ обсуждал, какие купить. Ты знаешь, что удивляло, что в предложениях были и кроссовки из сетки. Я вообще не понимаю. Из сетки. В принципе, есть. Асикс, допустим, выпускает сетчатые кроссовки Арктики, шипованные даже для бега зимой. Ну, наверное, в Арктике в них будет хорошо темповый бег бежать. Сетка. А по городу, по каше, в эту сетку все будет забиваться. Там внутри все будет намокать, потому что они не водостойкие, а водоотталкивающие. И сетку потом как-то будешь чистить от грязи и всего. Да и вообще логичней покупать вещь более практичную для бега трусцой по бездорожью во внесезонье. Нужно все-таки сплошная ткань, мембрана. Ну, если ты бегаешь темповый бег, может быть, тебе там будет жарковато, но это совсем другая история. Темповый бег по бездорожью, ну, не знаю, может, кто-то и бегает, но это уже другая история, это не про нас. Один парень на форуме написал: купил кроссовки и жалею в них бегать, сейчас такие морозы. А другой написал: ой, у меня в мороз кроссовки треснули. Ну, наверное, если панамку от солнца сетчатую сейчас купить, надеть на голову, наверное, тоже будет очень плохо и панамке, и голове. Есть же все-таки технологии. Если кроссовки хоть и внедорожные, но они предназначены для лета, то вероятнее всего, что зимой у них что-то может треснуть, или они вообще размерзнутся и рассыпятся. Уж что-что, но на кроссовке нагрузка у меня больше от бега, но от погоды они точно у меня никогда не рассыпались. И от того, что я бегал по грязи и по воде, они не расклеивались. Они для этого куплены, для этого созданы, для этого предназначены и разработаны. А что мои новые кроссовки, ярко-рыжие, внедорожные, мембранные, Соломоны? Ну, они ждут своей грязи, потому что эти заклеенные мои кроссовки воду будут пропускать будь-будь. Да, наша пробежка скоро завершается, а у меня на сегодня все. Живи ярко и до следующей встречи. Пока-пока-пока.